Nokia. Это же бренд, взрастивший целое поколение. Помните все эти слайдеры, раскладушки? Но вот словно птица Феникс, возрожденная из пепла на китайских заводах и под новым Android 7. Дизайн очень продуман, ничего нигде не выпирает, корпус из цельного куска алюминия. Выглядит надежно и гораздо дороже своей цены. Кажется, производитель хотел вернуть то самое ощущение качества и надежности, которое давали старые телефоны Nokia. В первой серии смартфонов на Android Nokia решила особо не экспериментировать. Интерфейс очень привычный, но от этого даже хорошо, все очень удобно и не нужно заново привыкать. Из особенностей это поддержка второй сим-карты и отдельной microSD-флешки. Также есть сканер отпечатка пальца на кнопке Home. Не забыли HMD и про защищенность новой Nokia. По стандарту IP52 воду ронять нельзя, но разговор в небольшой дождь она переживет. Диагональ экрана 5,2 дюйма. Экран IPS, то есть с хорошими углами. Разрешение HD, больше здесь и не нужно, только перегружать систему и батарею. Все это сочетается с ударопрочным стеклом Gorilla Glass. Дисплей реагирует сразу на 10 пальцев, и этого более чем достаточно для игр. Внутри Nokia 5 хорошо зарекомендовавший себя процессор Snapdragon 430 с 2 гигабайтами оперативной памяти. Несмотря на бюджетный чипсет, его мощности достаточно для запуска даже самых тяжелых игр на средних настройках графики. Частота кадров не проседает, играется комфортно. К тому же он энергоэффективней. На встроенном аккумуляторе на 3000 мАч гаджет отбегает больше суток. Для связи с внешним миром есть все необходимое. Поддержка OTG флешек, 4G, Bluetooth 4.1 для наушников или фитнес-трекера и NFC для оплаты телефоном. А вот небольшая ложка дегтя в получившуюся бочку меда. Небольшой объем общей памяти 16 гигабайт. Это повальная болезнь бюджетных смартфонов, так что планируйте в покупку еще и microSD флешку. Основная камера 13 мегапикселей. Это хороший уровень для этого ценового сегмента. Прекрасные фото днем и естественные цвета ночью со вспышкой. Есть автоматическая ретушь кожи и панорама. Видеокамера пишет Full HD. При уменьшении качества можно делать замедленную съемку. Разрешение селфи-камеры немного меньше основной, но зато она широкоугольная. И в кадр влезут и все ваши друзья, и фоновые объекты. В повседневных задачах пятерка работает достаточно шустро. Все благодаря голому андроиду, без всяких левых оболочек. К тому же HMD обещают обновлять его каждый год. Такой, знаете, бюджетный аналог Pixel. Главным новшеством седьмого андроида стал многооконный режим. То есть вы сможете запускать два приложения одновременно. Также в настройках вы найдете бесконтактную оплату для подключения Android Pay. В коробке, кроме привычного набора для зарядки, вы найдете еще и наушники. Ну что, Nokia, с почином на Android. Да, за эти деньги вы сможете купить Meizu, Honor, Xiaomi помощнее, с батарейкой побольше, но зато Nokia 5 гораздо более надежная. Она устойчива к пыли, царапинам, влаге, у нее есть NFC модуль, камера интересная, но главное вот этот звук. Узнать о ней более подробно поможет ссылка в описании, а при заказе у нас на сайте вы сможете оформить бесплатную доставку до ближайшего к вам магазина ноу-хау. Оформите онлайн-кредит, не выходя из дома, и не забудьте, обмен-возврат 30 дней. Вы сможете вернуть гаджет, если он вам просто не понравился. Всем пока!